Андрей, как ты себя чувствуешь? Что случилось? Обморок. Когда? Вчера вечером. Где это произошло? У тебя дома. Неужели ты совсем-совсем ничего не помнишь? Ну, не то чтобы совсем ничего. Я испугалась. Больше так не делай. Хорошо уговорила. Настя, позови, пожалуйста, врача. Да, сейчас. Вспомни момент, когда ты была счастлива. Расскажи, что происходит. Я сижу на качелях. Это наш дом. Передо мной мама. Улыбается мне. А папа где? А папу я не вижу. А нет. Он сбоку стоит. Раскачивает меня. Мне так. Весело и хорошо. А теперь сделай шаг. В день, когда случился пожар. Давай вместе его сделаем. Смелей. Смелей, смелей. Посмотри вокруг. Что ты видишь, слышишь, чувствуешь? Часы тикают очень громко. Я спряталась в углу. Пожалуйста! Пожалуйста! Ничего не видно. Кругом дыма. Занавеска горит от нижнего потолка. Жарко. Нечем дышать. Больно. Грудь разрывает. Лиза! Лизонька! Меня зовет папа. Где ты? Я кричу. Я задыхаюсь.
раздевалку. 20. Шаг в сторону, шаг в сторону. Дыши, 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 дыши. Дыши, успокойся. Молодец. Молодец. И? Я-то думал, Ермолов и врача просит. Не может быть? Я не понимаю, он же плохо себя чувствовал. Ну, я не могу это констатировать. Вячеслав Григорьевич, я собрала все документы и написала заявление Тамаре Маратовне. Честно говоря, я рад. Вы возьмете меня к себе? Я хочу вернуться в ваше отделение. Прыткин. Хорошо. Пойдемте, поступила пациентка с кровотечением. Пойдемте, пойдемте. Садись. Теперь представь, что мы в кинотеатре. Будем смотреть кино. Ты режиссер этого фильма. Все, что происходит на экране, придумала и сняла ты. Хорошо? Угу. Теперь ты можешь перемонтировать фильм. Изменить сюжет. С чего начнешь? Я бы выпрыгнула в окно. Хотя, как же папа? Ведь он тогда все равно погибнет. Почему? Ты представь, что папа задержался на работе. Хорошо. И пусть тогда соседи не тупят и быстрее вызовут пожарных. А они быстро приедут и быстро все потушат. Молодец. А еще лучше, пусть пожара совсем не будет. Пусть Настя никуда не пойдет и не закроет меня в квартире. И занавесок этих. Пусть у меня в комнате не будет. Они мне никогда не нравились. А теперь давай, запускай свое. Новое кино. О! Добрый день, Андрейка. Добрый, Тимофеевна. Куда спешишь, как паровоз дышишь? Иди сюда. Покалякаем, по-соседски. Не могу. Хозяин приехал, надо за порядок в доме отчитаться. Что будет с твоим Серегой, если он тебя дожидается со вчерашнего дня? Что с ним будет? Путаешь ты, бабуль. Не было его вчера. Запамятовала, видать, когда он приехал. Придется теперь зарубки на заборе делать. Слушай, вот я что спросить хочу. Ежели человеку плохо, ежели небо совчинку, как жить? Надеяться, Тимофеевна. Сегодня черная полоса, завтра белая. Но это ты больным, наверное, своим в утешение так говоришь. А я так скажу. Ежели человеку плохо, ежели дыхалку сперла, ничего хорошего не жди. Да, делай по душе своей. Что радость всегда приносит. Теперь представь, что я Настя. Не стесняйся. Говори мне все, что наболело. Все, что хочешь. Это все произошло из-за тебя. Мне на тебя пофиг. Мы с парнем встречаемся. Знаешь, чем мы там занимаемся, пока ты задыхаешься? Это же ты меня в квартире заперла. Я же тебя просила открыть. Да плевать я на тебя хотела. Знаешь, как он целуется? А теперь давай. Выплескивай на меня всю злость, которая накопилась. Давай! Да ненавижу тебя! Молодец! Ненавижу! Это из-за тебя все произошло.
Папа сгорел из-за тебя! А ты только о себе и думаешь. Только о себе! Где ты была, когда папа умирал, а? Где? Никогда тебя не прощу! Никогда! 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 Лиза? Лиза, стой! Мы не закончили! Прости. Да ничего. Рад, что тебе уже лучше. Ладно, не бери в голову. Основные триггеры мы с ней отработали. Брось ты эти кеды, что ты их держишь? Помоги лучше мне стол обратно поставить. И давно у тебя эти провалы? Ты вчерашнего вечера вообще не помнишь? Вообще не помню ничего. Даже то, что ты приехал, представляешь? И разговор наш не помнишь? Впрочем, ладно, это не важно. Я сам его толком не помню. А, я тебе про Айзека вчера рассказывал. А с Кристиной ты общался? Мы с ней не созваниваемся. Ладно, Андрюш, мне пора. Так, подожди, я с тобой. Не-не-не-не-не-не. Тебе пока в Питер не надо. Рано. Да сколько мне здесь торчать-то? Подожди еще пару неделек, а там видно будет. Ты сейчас не в лучшей форме. Особенно, если учесть твои провалы. Да в нормальной форме, Серега. Хорошо. Давай проверим. Да ладно, хорош. Вставай ровно. Вставай, вставай. Руки в сторону. Глаза закрой. Правый до носа, потом левый. Вот-вот. Черт. Давай дальше. Руки вдоль тела, ноги вместе, голову медленно назад. Смотри на потолок. Теперь глаза закрой и останься в этом положении. Ты издеваешься, что ли? Давай, давай. Оп. Я ж тебе говорил, у тебя что-то неврологическое. Хорошо бы голову проверить. Андрюш, у тебя два сотрясения подряд. МРТ надо сделать. Я денька через 3-4 вернусь. Надо следующий один сеанс провести. Онлайн никак? Шутишь, что ли? Ладно. Дома не сиди в четырех стенах. Сам знаешь, чтобы память не страдала, надо нагружать мозг. Ладно. Буду сидеть в огороде над кроссвордами. Ну зачем? У тебя тут целая больница под боком. Так что не скучай. Расширяй круг общения, только осторожнее с местным менталитетом. Угу. Сергей что, уже ушел? Да. Извини, я прервал ваш сеанс. Я чудовище. Лиза. Не надо меня успокаивать.
Я все про себя поняла. Я всю жизнь только и делаю, что издеваюсь над Настей. Мне нравится смотреть, как она мучается. У меня приступ, она с ума сходит, а я как будто и довольна. Я не знаю, как мне с этим жить. Я не знаю. Тихо, тихо, тихо. Вот, выпей, выпей. Лиза, не надо себя изводить и самобичеванием заниматься. От этого только хуже. Очередной припадок начнется, нам ведь этого не надо. Сергей работал с тобой, чтобы ты отпустила ситуацию, а не зацикливалась на ней. Займи себя чем-нибудь. Работу найди. Где? Ты же филолог, преподаванием займись. Тем более Антона из Дома культуры, ты знаешь. Здравствуйте. Желудочное кровотечение вырвало кофейной гущей, причем дважды. Кровь поставили, переливаем. Гемоглобин 80 пока. Надо принимать решение об экстренной операции. Мне готовить операционную, Вячеслав Григорьевич? Погоди, Настя. По поводу чего операция, коллега? ФГД сделали? Давайте с этого начнем пока. Да. Привет, Кристина. Привет. Как поживаешь? Нормально, как ты? Я тоже вроде нормально. Послушай, ты мне нужна. А вот и Андрей мне больше не нужен. Кристин, давай успокоимся и просто… Андрей, ты вообще не понимаешь, в каком ты свете? Не звони мне больше, ты понял? Заводишься из-за этого психа. Забудь про него, он уже сбитый летчик. Да что не так-то? Есть рецепт, давай лекарство. На чье имя рецепт? Да это дядьке моему. А дядьку как зовут? Да, Ваня. Надежда Федоровна. Да это он жене попросил своей. Да ну. Да что не так-то? Ну, фамилия как у жены дядьки? Ну, это… Да не помню, из головы выскочила. А тебе-то что? Ничего тебе я не продам. Не имеешь права, рецепт есть, бабки есть. Знаешь что, скройся с глаз моих. И моих. Тебе непонятно объяснили? Ладно, давай рецепт. Дядька придет, который Надежда Федоровна. Мало тебя наваляли? В конец оборзели. Будто я не знаю, зачем и что они покупают. Закинутся колесами, водкой зальются и будут ловить приходики. Ух ты! Какой специфической терминологией владеете? Алла, я тут подумал, может, мы… Тая! Тая! Ай, больно! Зайка, ты сильно ушиблась? Так, позвольте-ка мне. Где болит? Вот тут. Вот тут. Значит, тут и посмотрим. Тихо-тихо. Так. Ай-яй-яй! Здесь больно? Да. Ай. Все в порядке. Ножка слегка подвернулась.
Легкий вывих. Связки не порваны. Ай. Холодное приложить, замотать. А что такой прекрасный ребенок здесь делает? Наша бабушка не хочет уходить на пенсию. Решила стать экскурсоводом, поэтому приходится Таю везде брать с собой. Летний лагерь не вариант? Иммунитет у нее слабый, часто болеет. Понятно. Мамины настойки не помогают. Мне тоже. Больше не падай. Договорились? Вы тогда тоже больше не падаете и не ударяетесь. Хорошо. Не буду. На, держи. Угу. Спасибо, Люся. Андрей! Люк, подожди. Угу, хорошо. Пал, иди сюда. Фамилия у него как? Ермолов? Я не помню. Ермолов, Ермолов. Я его по фотографии узнала. В репортаже по новостям был. В каком репортаже? Рассказывали, что Ермолов твой убийца. Правда, правда. Угу. Тянись ко мне. Так. Ноги. Ага, здорово. Сейчас, извини, я на минуту, ладно? Подождите. Здравствуйте. Здравствуйте. Лиза. Да. Меня Антон зовут, если вы не помните. Я помню, Антон. А вы ко мне? Да, но вы вроде заняты. Ну да, я конкурсантку готовлю к танцевальному телешоу. Mm. У нас скоро в регионе отборочный тур. Прикольно. Вот, стараемся, чтобы наш Крестецк выступил достойно. Здорово. А вы на танцы хотели записаться? Нет. Вообще, я еще работаю. Может, у вас есть что-нибудь? А, неожиданно, честно говоря. Понятно. Извините. Хотя, подождите, Лиза. Реанимации сразу за спорт? А? Чего ж, ёжки-ножки? Разве не спорт главная тропа к здоровью? Так, заканчивай чудить. Для тебя сейчас любая физическая нагрузка – это удар по печени. Док, ну не могу я здесь. Ну, ну маюсь я, понимаешь, душа у меня на свободу рвется. А что твой врач говорит? Так ничего, в том-то и дело, молчит. Ты бы, кстати, перетер с ним там по-свойски, чтобы он меня выпустил. А то меня Люсечка ждет. А я тут как тигр в клетке! Так, 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 тигр, тигр. Успокойся, поговорю. Угу. Но физические нагрузки с твоей печенью пока что еще рановато. Печень моя, печеночка. Печальная девчоночка. Эх, док! Вот если бы я чуть не помер, я бы так ничего и не узрел. И что узрел? Так смысл жизни. Водка, она что? Ты буханул и балдеешь больше, ничего. А жизнь, жизнь, вон она, мимо проходит. И столько в ней всего интересного, только успевай. Надо шевелиться, док. Намерение правильное. Ну вот. А у тебя какие? Ну, разобраться, что со мной происходит, восстановиться. И вернуться в Питер к нормальной жизни.
Но в целом складно излагаешь, док. А смысл у твоей нормальной жизни он какой? А? Виталь, привет. О, Настюха. Как хорошо, что ты здесь. К нам женщина поступила, пожилая, с желудочным кровотечением. Собирают консилиум. Не хочешь поучаствовать? Это с доктором моим не забудь поговорить. Искать в рэп-текстах и рок-композициях продолжение великой русской поэзии. В рэп-текстах? Мне нужно подумать. Подумайте. Но вы ведь понимаете, что подростки просто так на лекции о наших великих классиках не придут. Увы. А вот литературный кружок про рэп... Ну хорошо, я согласна. Круто. Прости, пожалуйста. Ну что, повторим? Ага. Готово? Да. Ты в порядке? Угу. Точно? Да. Давай. Раз, два, три. В общем, мне хочется страдать, чтобы Настя страдала. Потому что она в смерти папы виновата. Девонька, что ж ты такое говоришь? Это как можно, чтобы родная сестра страдала? Ты же не животное какое-нибудь, Господи. Животное даже на такое не способно. Но это же не я сама хочу, чтобы Настя... Это что-то внутри меня. Вот как Сережка, значит, людям мозги вертит, крутит. А кто, ежели не ты, за мысли твои в ответе? Мое бессознательное, бабуль. Вот на бесноватую ты вроде не похожа. Значит, вольна сама распоряжаться своими мыслями. А вот возьми и скажи. Ну-ка, Лизка, не балуй. Не проказничай, не вей сестры веревки. А мыслям своим скажи, пошли вон отсюда. Гуляйте за забором, а дорогу ко мне забудьте. Ладно. А про комнату что скажете? Живи, внученька, живи. Спасибо. Ну, спасибо, ты одним не отделаешься. По хозяйству нужно будет помогать, да. Я ведь старуха вредная. Я тебе спуску не дам. Хорошо. Слав, та пациентка Татьяна – это моя тетя. Ты пойми меня правильно, я понимаю, что там все запущено, и я не хочу на тебя давить. Но может, все-таки операция? Судя по УЗИ, в печени метастазы. Я уверен, рентген покажет метастазы еще и в легких. А это уже четвертая, по сути, терминальная стадия рака. Ну, о какой хирургии может идти речь? Альтернативное мнение подошло. Коллега, приветствую. Что вы скажете по поводу проведения операции у пациентки с кровотечением сосудов желудка со злокачественным опухолевым процессом? И, судя по печени, метастазирование вообще по всем органам. И, скорее всего, это карцинома. Ну, я не успел ознакомиться с ее анамнезом. Но есть же паллиативная хирургия. Если ничего не делать, она умрет от кровотечения. И еще пара деталей. Гемоглобин при поступлении 70, гипотония 90, сатурация 80. Судя по всему, там и карциноматоз брюшины. Она погибнет просто на этапе доступа. Она неоперабельна. Послушайте, может использовать щадящую методику? Эндовидеоскопическую операцию? Чтобы заглянуть и убедиться в степени своей наивности? Там все будет в спайках, опухолевые ткани. Операции ради операции. И вообще, коллега, судя по интернет-новостям, ваша репутация вызывает, мягко говоря, вопросы.
Подождите, каким новостям? Это еще ерунда, Андрюш. Андрей Аркадьевич! Андрей Аркадьевич, я вас по поводу своей головы спросить хотела. Вы в больницу на осмотр ходили? Нет. Сходите. А вот те лекарства, которые вы… Прежде всего, сходите на осмотр и сделайте снимок шеи. Вам понятно? Сеньорита, пардон, если отвлекаю. Чего? И а кто такой Ермолов? А, господи, ты Андрюх, что ли? Да нет, не знаю. Доктор Ермолов, убийца топ-модели. В Петербурге правоохранительные органы расследуют дело о смерти известной топ-модели Марии Цепиной. Известному хирургу-диагносту Андрею Ермолову грозит до 6 лет тюрьмы за смерть пациентки, что случилось в тот роковой день. Элитный врач допустил роковую ошибку, судя по всему, неудачно проведенная процедура в совокупности с назначенным препаратом для разжижения крови привела сначала к обширному кровоизлиянию в легкие, а затем к смерти пациентки. Удивительно, что Ермолов даже не заплатил штраф, не говоря уже о публичном покаянии, и, судя по всему, намеревается продолжать свою убийственную практику. Черт. Вот ведь. Серега, друг, что ж ты мне ничего не сказал? Все все знают. Один я ничего не знаю. Дурак беспамятный. Мам, я домой хочу. Малыш, мне еще надо поработать. Ну, раз никого нет, то и работать не надо. Зайка, вот представь, мы сейчас с тобой возьмем и закроем аптеку. А придет человек, и ему плохо, у него температура. Ты помнишь, как ты болела? Да. Ну и как тебе было? Плохо. Вот именно. Ну, а папа когда приедет? Я не знаю. Он уже давно не приезжал. А если бы он приехал, то мы бы на речку сходили. Да, и сегодня вода холодная. Ну, тогда на каруселях покатались. Позвони ему, пусть приедет. Зайка, он занят. Ну, давай тогда с этим дядей. С каким дядей? Ну, с твоим новым знакомым. Да, давай не выдумывай. Ладно, я сейчас переоденусь, и мы с тобой пойдем. А мороженое купим? Обязательно. Ага. Хорошее собрание. А он что? Лав, дай. Дай лав. Угу. А ты что? Ага. Ну да, ты в пицунду меня сначала свози. Угу. Ладно, давай. Мне товар надо принимать, а я с тобой заболтался. Выздоравливай. Давай посмотрим. Людмила Анатольевна. Давай. У брательника юбилей в субботу. Не хотите присоединиться? Где гуляете? На плотинке. Роскошно гуляете. Это значит да? Это значит, что я подумаю, если ты мне просрочку не привезешь. Намек понял. Угу. Пойдем? Ага. Что
Так-то я запуталась, подруга. Как же Виталик? Ой, ну что Виталик? Виталик, конечно, добрый, хороший, с ним весело. Но ведь и хламон не доделал. Ну да. Виталий не справится, так Никита поможет. Ну а что? Вот человек, сам товар развозит, две машины в аренду взял. Скоро главный продуктовый поставщик будет. Ай. Хозяйственник крепкий, понимаешь? Ну да. Мой поставщик тоже хозяйственник крепкий был. И где он теперь? Что надо тете Люсе сказать? До свидания. До свидания, моя красота. До свидания, тетя Люся. Думай. Угу. Да. С этими поставщиками, конечно, не угадаешь. Ой. Кристина, послушай, прости. Мне без тебя очень хреново. Мне сейчас вообще паршиво. Я хочу тебя увидеть, приезжай. Редко виделись с тобой. Не доглядела я тебя. Добрый вечер, Настенька. Татьяна умерла. Уже на кармане. Красавцы. Я знаю одного типа, он за этот фуфломицин пятеру даст. Погнали, погнали, давай, давай. Все, валим. Ты все правильно сделал. Я ничего не сделал. И это было правильно. Я мог сделать операцию, но не сделал ее.
Прости меня. Слав, операцию можно было делать? Можно. Шанс на положительный исход был такой. Минимальный. Но он же был. Послушай, ты дал моей тете шанс уйти спокойно, в сознании. Я всю жизнь запомню ее улыбку. Спасибо тебе за это. Нам пора. Завтра на работу. Можно спросить, что ты делаешь? Можно. Ну и? Собираю вещи. Далеко собралась? Я переезжаю, буду жить у Аглая. Так, Лиз, что случилось? Ничего, все нормально. Нет. Что-то случилось, ты мне все сядешь и расскажешь. Да нечем нам с тобой говорить. Ты меня вообще не слышишь. Я буду жить у Аглаи, я так решила. Ты никуда не пойдешь. Лиза! Тебя спросить забыли. Лиза, ты болеешь. Все, перестань. Переживаешь, что некого будет жалеть? Что у тебя есть в жизни, кроме моей болезни, а? Своего личного. Вот и у меня ничего. Только доктора и диагноз. Мне это надоело. Я хочу свою жизнь. Без болезни. И без тебя. Подруга, стой! Слышь, а ты что такая одинокая, если ты такая красивая, а? Нормальных парней нет, одни уроды попадаются. А что дерзкая такая, а? Слезай, объясню. Слышь, тебе лечиться надо, дура!